Детский оздоровительный пансионат «Зеленая горка». Накануне на территории лагеря появилась настоящая боевая техника «Тигр» и бронетранспортер. Сюда с акцией «Зарядка со стражем порядка» приехали бойцы сочинского ОМОНа. Рассказать о здоровом образе жизни, о том, как важна хорошая физическая подготовка для службы в органах внутренних дел. Отряд постоянно находится на боевой готовности. Сотрудники отряда постоянно ведут подготовку, физическую, моральную подготовку. Также не забываем мы про детишек, прекрасные праздники. Навещаем их всегда, совместно проводим разные игры, занятия. Акцию в честь Дня физкультурника полицейские провели для ребят-спортсменов, которые сейчас отдыхают в Сочи. Что значит быть крепким, сильным и смелым, бойцы ОМОНа показали наглядно. Они продемонстрировали навыки владения огнестрельным оружием и рукопашного боя, обезвредили злоумышленников, которые, по легенде, напали на пеший патруль. Также показали приемы самообороны. Защита от ножа. Пригласили нас на такой замечательный праздник. Мы увидели вообще-то гордость России, я так понимаю, потому что мы даже сделали фото вот этих парней с девчонками, чтобы девчонки в будущем ориентировались на настоящих мужчин и выбирали себе вот таких вот женихов. Да, девчонки? Да! В завершении акции ребят ждал сюрприз. Полицейские прокатили ребят на «Тигре» и бронетранспортере. Такой отдых на побережье с элементами патриотического воспитания ребятам наверняка запомнится надолго. Елена Овсецина, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ».